Неразлучники – это маленькие попугайчики, известные своей верностью. Считается, что от одиночества они погибают. Именно за эту особенность пернатые получили свое название. Поэтому даже в домашних условиях неразлучников нужно содержать только парой. Кстати, это миф. Все заводчики утверждают, что птички спокойно переносят одиночество. В отличие от остальных попугаев, их невозможно научить говорить. Зато они неприхотливы в уходе, питаются практически любой зерновой смесью, очень редко болеют.